Большинство ленинск-кузнецких школьников, кто летние каникулы проводит в городе, посещают дворовые площадки. Ведь далеко ходить не надо, развлечения проходят прямо во дворе. 24 организатора из городского отряда вожатых старшеклассников подготовили занимательную программу еще весной. В нее включено множество подвижных игр, спортивных соревнований, экскурсий по городу, развлекательных конкурсов и викторин, которые подходят как для подростков, так и для детей дошкольного возраста. Пришли обычные дети, которые были и участвовали ранее на дворовых площадках. Они пришли и спрашивают, а когда будут дворовые площадки, а будут ли они вообще, где, почему? И то есть вот этот вопрос детей нас приятно удивил, потому что наши дворовые площадки стартуют с 1 июля. Но уже заранее беспокойство детей нас ярко порадовало. И мы знаем, что наша работа нужна. Тех ребят, которых мы выпускаем, они у нас потрясающие, замечательные, активные, потому что каждый вожатый собирает вокруг себя очень большое количество детей, оставляет теплые воспоминания о себе, они привязываются к нему. Родители за такой активный отдых своих детей не заплатили ни копейки, а вожатые и старшеклассники неплохо заработают. Ребята официально трудоустроены, у них идет заработная плата, трудовая книжка, вот, поэтому, конечно, есть спрос на это, и ребята всегда готовы поработать, несмотря на то, что все равно работа одна из сложных, да, это дети, это ответственность, но все справляются очень хорошо. Всего в Ленинске-Кузнецком в этом году работает 12 дворовых площадок. Каждую посещают порядка 25 человек, а то и больше. У всех детей разные характеры, интересы и увлечения, и найти общий язык с каждым не так легко, как казалось бы. Но с этой задачей старшеклассники отряда «Вожатых луч» легко справились. Дети разновозрастные, и каждый ведет себя по-своему. Кто-то с кем-то не общается, кто-то с кем-то, наоборот, больше общается. За всеми надо следить все равно. Мы один отряд, одна семья. И мы им говорим, надо жить дружно. Вот уже осталось мало, но я уже не представляю их, как я буду без них. Я уже так ко всем привыкла, все, я уже знаю, какой он человек, и каждому я уже нашла подход, и, конечно, я буду скучать. Меньше чем за месяц отряд «Динамит» стал одной большой семьей. Каждое утро ребята, проживающие в районе улицы Григорченкова, ровно в 10 встречаются в своем любимом дворе и до 15:00 проводят время вместе. Я раньше жил близко, я пришел, ну, мне понравилось, и я теперь приезжаю, но я все равно сюда ходить буду, мне нравится. Мы играем в игры, рисуем, проводим всякие конкурсы. Самое запоминаемое – это конкурс «Мисс Лето». Так что в сочинении «Как я провел лето» этим девчонкам и мальчишкам точно будет о чем рассказать своим одноклассникам. Отдохнувшие полные сил школьники поделятся друг с другом о том, как было интересно и весело в родном дворе.